Более 8 тысяч молдавских медработников заразились новым коронавирусом с начала эпидемии. Среди них супруги Кондратски, Евгений – хирург, телеведущий передачи «Доктори» на телеканале «Прайм», Диана – фтизиопульмонолог. Сначала инфекцию выявили у нее, а спустя 3 дня диагноз подтвердился у мужа. Это случилось в октябре. Меня захлестнула тревога. Ну и вообще тревожные мысли, это чаще вот для женщин, да, вот мужчины, они более такие собранные. Тревога из-за того, что ты заболел немножко неоднородным заболеванием, это заболевание, которое не имеет этиологического лечения. Это заболевание не имеет специфического лечения только для этой болезни. Я вообще воспринял все с нормальным, четким оптимизмом. Сейчас быстренько мы решим. У меня было большое количество операций запланированных на ближайшие 10 дней, там, по-моему, 9 или 10. Я быстренько с работы там взял всю информацию, перезвонил всем пациентам. Все пациенты согласились меня ждать. Говорит, мы будем ждать, вы главное только выздоровите. Чуть более 2 недель пара вместе с дочерью, а также котом Томми и собакой Альмой находилась дома в карантине. Болезнь протекала в легкой форме. Избежать осложнений позволило своевременное лечение. Мы целый день были заняты тем, что отвечали на какие-то смски, рапортировали наше состояние. Огромное спасибо нашим родителям, братьям, сестрам, кумовьям, нашим финам, нашим друзьям. Да, нашим друзьям. Мы очень благодарны за эту помощь. Среди друзей и близких семьи Кондратски коронавирусом заразились многие, но выкарабкались не все. Дней 10 назад мой коллега умер. Нейрохирург с больницы скорой помощи. Я с ним, когда работал в скорой помощи, мы долго с ним работали. И сейчас он тоже, вот там, где я сейчас работаю, он тоже как бы консультировал пациентов, вот он умер. По-человечески, конечно, эти эмоции, они поднимаются. Вот почему? Почему? Нас и так врачей мало в стране. И за каждого больно, как за своего.